Здорово, мужики. Я прохожу ЦМ-ку. В испытании всех героев. Напоминаю, что у меня уже четвертый круг. И со мной будет записывать вот это колено. Так. А, главное, чтобы ЦМ-ку не забанили. Так что забаним какого-нибудь противного героя, жука. И пикаем ЦМ-ку и инстапик. Клару. Кларити. Я всю жизнь называл Кларити Клярити через Я, а не через А. И я понял, что надо говорить Кларити, а не Клярити. Не, друзья, съебались на топ быстренько. Сейчас лютая ёбка будет. И в обиду, если что. Спокойно, спокойно. Просто спать. Попробую фейкануть вард. А, еще надо вебку будет подвинуть. Ну, немножко там под героем. Чтобы вам было что-то видно. Не знаю, что я хочу купить. Наверное, базилку хочу купить, чтобы еще больше маны было у моего тиммейта, который со мной стоит. Не знаю, с чего там собирается базилка. По-моему, из сейдж маски и из рецепта. Вот. Раньше через колечко. А потом поменяли. Блин, у них Зевс есть. Это очень неприятно, когда играешь и вардишь, когда особенно умеешь вардить. Как бы я не умел ставить желтенькие, это не важно, потому что старый дед всегда нажмет болт и собьет, если умеет играть. Еще открутим немножко громкости. Не знаю, смысла смаковаться сразу не вижу, но я просто смаканусь, чтобы фейкануть вард. Хотя его собьет Зевс болтом. И он поймет, что я фейканул. Блин, я не знаю. Короче, смотрите, что я делаю. Я иду сюда, жду, пока с меня спадет смог, и через 2 секунды или через секунду продаю вард. И враг думает, что я сюда ставлю обсервер. Враг покупает сентри. Враг тратит сколько там, 50 голды. Ставит сентри, а здесь ничего нету. И все. Так, все, типа поставили. Не знаю, брать ли на первом левеле уже ауру. Это вообще аура? Ну да. Меня папка похвалила. Надо похвалить его в ответ. О, вард рунка. А ну-ка иди сюда. А вот все. Все. Так, базилка у меня есть. Этот чел сможет просто заспамить все, всех и вся. Напоминаю, что я очень давно не играл в доту. А, вот. И на блочке. Вот разминать. О. Интересный фриз. Я на эти, на варды. Спам скиллами у тебя это. Блинский. Все.
хочу колбы по двоим попасть. По-моему, не попал колбы. Ой, не колбы, первым по двоим не попал. Ой-ой. Фиг. Блин, что-то я не то съел. Блин, еще бы удар нанести, было бы классно. Ой, ё-моё. Ой. Мы еще вдвоем умрем. Блин, он быстрый. Я умру, надо было закупаться. Ой-ё. Ну, фласку Лини. Не знаю, она уйдет с Лини, уйдет. Сапог. Я улечу. Интересно, не нажали ли мы две фласки? Сапожок. Что он делает? А, понял, что он делает. Новый год. О, я Ебадона убил. Вот этот прикол. Так. Две фласки для парня. Ой. Так, я испугался. Мне очень нравится играть за демку, я просто макшу ауру и ничего не делаю больше. Ну, типа, ноль импакта я стараюсь наносить. И все, как бы. За счет того, что я просто размакшу ауру, я считаю, что моя команда может выиграть. И, по-моему, моя команда может выиграть. Стакаем. Не знаю, получится ли. Не, не получилось. Свинья. Я свинья. Ищем деда. Ага, дед попался. Нет, умирай. Отлично. Всего две банки купим. Блин, как же она быстро. Шишка.
Ну давайте Меку возьмем. Нам тут же еще выиграть надо, верно? Больно. Ой. Сейчас узнаем, есть ли у них тут вижон или нет. Есть, окей. Ой. Вроде бы есть. Короче, надо против такого Зевса, который может сбить все ваши варды, надо ставить места варды в такое место, где Зевсу не очень-то... куда он не может дойти, типа глубокие варды в вашем лесу. Или супер-мега нестандартные варды, которые нельзя предугадать, что там будут. А, кстати, давайте попробуем здесь вардить, если тут вообще был вард. По-моему, вот не было. Или он тут стоит. Ну ладно. Вот это да. Очень хорошая ульта была, но дамаг почему-то не нанес. Не очень много дамага. Радиус. Сейчас кого-то путь хукнет. Скриним. Повезло, крипа хукнул. Блин. Ладно. Я бы хотел бы еще урну или нзу. Если никто урну не собрал, то я урну. На всех героев покупаю урну. Так, тут что-то не заспаунилось. Или нзу через арканы. Хоста нельзя сделать так, чтобы хоста досталась врагам. Памбер работал, но как бы... А что? Весь лес наш вычищен. О, смог, хороший смог. Боджагост. Ого. Смешно. Я должен был умереть, но... Я не умер. Глазик, даже если тут будет Зевс, он текстуру, да, модельку крипа нажал бы. Лансеру дадим одну. Когда не можете нажать на героя, просто нажимайте, ну, если их много там иллюзий, то просто можно в иконку нажать левый клик мыши. Ой, все сюда идут. А, еба. Ну все. Сейчас снимут стрик. О,
блин. Фейл решил подраться. Странно, что он не ушел. И я пытался сдинаиться лесным крипам. Вот этим, которых я сам забанил. И с меня сняли стрик. Много вот за меня. А. Так, пока что пойдем пешком. Продумаем, что хотим купить. Линзу хотели купить. Надо что-то на выживаемость. Я не посмотрел, чем меня убили. Магическим уроном или физическим, наверное, магическим. Тут этот орчит. Ой-ой-ой. А, у него БКБ есть. Было. У него БКБ. Больше нет. Мы так преимущество по чуть-чуть сливаем свое. Мне бы БКБшку купить, но меня пуч тоже может начать жрать. Ну, типа в плане, кто мне может купить ульту, это пуч. И БКБ, как видели только что на примере Лины, ну, можно не успеть просто нажать. Что я не знаю, что делать. Но если мной плюнут, и я сразу нажимаю БКБ, бабка мной опять плюнет, вот если вдруг ей опять придет в голову, то я, наверное, куплю. Пока пахнет просёром. Тут стоят ребята. Тут трое или четверо. Жалко, что у меня нет на БКБ денег. Плюс 20 к мане. Это вообще к чему? За способностью Аркейна Алда. Типа... Не было бы у меня Мики, был бы БКБ. Странно, что его команда Абадона не пошла помогать. Тут Абадон лоу хп еще кто-то бегает. Без ульты. Ого, вау. Вот это красиво. Так тупо, что он не попал этой своей штуковиной. Ну, в плане этим ременантом. Чтобы сбить ТП. Свинью сдадим. И возьмем что-нибудь, чтобы быть потолще. Опа.
могу взять скорость атаки, только у меня ничего нету на скорость. Ну, чтобы она была полезна, эта скорость атаки. Ну что, смаканемся? Не, из БКБ. Спасибо. Не хотелось бы линзы. О, блин, ну, камон. Я все это время пытался нажать колбу. И никак не смог. Скилл бабки он еще станет. То есть у меня есть возможность, если он в кого-то попадает, у меня есть возможность там его. Горошана сберем, пока пуджа нету. И можно еще вот это, аванпост. Аванпост и потом Рошана. Тут какой-то герой, по-моему, был. Блин, уже начала забирать. А, они идут вроде как. Сейчас дождусь, пока кто-то будет сбивать вард. И, конечно, никто не сбивает вард. И мне интересно. А по топу идем, ломаем топ. Вместе. Не знаю, зачем я координирую, пытаюсь выиграть, а потому что мне интересно выиграть за этого героя. Ой. Блинский. Зачем я нажал на БКБ, я не понимаю. О, все, пропал герой. Ну ладно, хотя бы у Лины там-нибудь еще Эггис есть. Да. Я видел эту ВР-ку, я байтил на самом деле на ВР-ку. Ого, подон. Вау. Вау. Там еще Эггис есть. Травола и травола, которые позволяют летать на героев. А у нас ливнул этот фантомланцер. Oh.
я прошел эту цемку, спасибо за просмотр.